Всем привет, продолжаем проходить Герои Мечей Магии 5. Так, в общем-то, в прошлой серии на чем мы остановились? Я хотел Сотни Рыцарей Смерти попробовать пробить, да. Затея не из лучших, сразу хочу сказать, но тут есть кольцо родства с машинами. Вот, поэтому я хотел бы его конфисковать у этих ребят. Если получится. Так, вижу сразу. Да. Очень неплохое место для кентавров. Так, кровоглазиков мы не будем сильно настраивать на то, что они будут метаться гоблинами. Хотя можно было бы. Два стека. Так, давай ты после... А, нет, не будет он после первого ходить. Ну, тут я не знаю, тут на удачу. Сюда куда-нибудь кинуть. И если получится, то будет все нормально. Можно тут вообще закрыться по полной программе. Так, Ярость Орды. Будем долбить по КД. Здесь без вариантов. Сейчас слабенько еще долбит. Я напоминаю, ох ты скотина, что эти гады могут просто-напросто располовинить любой отряд. Есть у них такая особенность. Им стоит только захотеть. Ладно. Так. Блин, очень опасные кенты. Вот этого надо на капкане держать. Пытаться. Гоблинов маловато, конечно. А можно покидаться, да, кстати? Давай, ладно. С удачей 11 пойдет. Да, что это я? Блин, вот здесь удача нужна. Так, я бы засейвил циклопа. Десять, девять. Ну, хотя бы кровь зарабатываем. Давай, с удачей. Не, нифига. Но зато моралит. Моралит просто перманентно. Если можно так выразиться. Так, нужна мана срочно. Блин, да как вас убивать, черт возьми. Неплохо. Ускоряем. Угу. Ну, виверны умирают точно. Ничего я тут уже не сделал. Да блин, удача где, ну? Черт тебя дери. Что же это такое? Три. Ой, замечательно, как выжили. Молодцы. Есть шанс потом закушать. Нет, нету шансов. Свое они сделали, в принципе. Капканы не работают, да? Ускоряем циклопиков. Сколько там замедления еще? 14 ходов, да? Ярость Орды слабо долбит. Зато больше и больше крови. Давай, с удачей. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо, не буду бить. Очень рискованно. Можно шаманкой, кстати, было бы.
разгуляться. Но это надо выйти ей. В принципе, почему бы и нет. Восемь, 13. Так. Давайте попробуем как-то вот здесь. Задебафать дополнительно. Дохните, блин. Блин, какой охрененный герой, а. Ой, хорошо. Хорош. Давай ты еще с удачей. Не, нифига. Ой, блин. Так, не располовинил, нормально все. Все в порядке. Так, вот этого надо бы подударить, да? Где же удача-то, а? Главное, чтобы он не половинил. Ну ладно, это не страшно. Нормально пойдет. Я согласен с такими потерями. Полностью устраивает. По две капельки. Да, нормально. Для 182 рыцарей смерти это отлично, я бы сказал. Управление казной. Давай возьмем. Так, раз, два. Опа-на. Ага. Возьмем золото. Как раз проблема с золотом. Опыта уже нельзя взять. Так, кулон мастерства дает дополнительный уровень к основному навыку. Угу. Далее. Добавляет плюс один к защите героя. Также дает дополнительный выстрел. Да-да-да. Тележка с боеприпасами увеличивает нападение стрелков на плюс 4 единицы. Вау. Неплохо. Ну, золото, конечно. Вычищаем под ноль. После чего я вычищаю под ноль этот замок. Пополниться я им не дам. Поэтому без вариантов. И надо будет на синего потом идти. Так, ты у нас... Куда он идет? Ладно. Средние. Блин, ну тут я не пробью, наверное. Сотни. Очень неприятные здесь. Короче, надо лететь к основному герою, ему отдавать армию. И вот этому герою, в принципе, тоже. Высокое. Существо нейтральное. Не нравится мне такой расклад. Так, ладно, ты отдохни. Ты тоже отдохни пока. Ну, пойдем. Да, разберемся с людьми. Нафиг тот камень, пусть лежит. Ой, капелька сразу, да, бывает. Ярость Орды. А куда у вас стрелки делись? А счет стрелков не видно. А, монахи вон стоят. Да-да-да. Так, в принципе, я бы даже зажарил. Вот этих ребят нафиг, они тут не нужны. С удачей 2300 пойдет. Уж никого не убили. Отбрось. Отлично.
какая разница, баллиста все равно не в них. Ах ты скотина противная, а. Вот только... Ах ты... Тварина, а. Фига себе. Не, я тебе не дам кентавров ударить. Еще захотел. Вонючий ангел. Правильно, вармонгеров. Вообще хорошая идея. Юнитов, которые заточены на ответном ударе, бить вообще супер. Одиннадцать. Даже ману тратить не буду. Ну, как-нибудь в следующий раз получится, не унывай. Оу, еще и артефакты здесь посыпались. Так, а что это? Герой получает одну единицу маны за каждые две маны, потраченные вражеским героем. Да шутишь, что ли? Я... Хотя можно было бы, конечно, но... Но у меня и так с маной все супер. У меня сниженные затраты маны. Куда там еще? Так, бьет по вышке. Два раза. Гасит катапульт. Ну, родство с машинами же, да. Давай, выезжай, рыцаришко. Что-то тут жестко. Меня Серафимы очень смущают. Вдруг они вспомнят про то, что у них есть колдовство. Давайте их уберем сразу. Нафиг они не нужны. У них просто божественная кара есть. Очень неприятно. Блин, сейчас от стрелков больно прилетит. Ну куда деваться? Хотя баллиста чуть-чуть помогла в этом. Давай еще циклопиком зарядим туда. Ну, этот улетает, понятное дело. Что ему еще делать? 3. И 54. Ладно, не страшно. Катапульта вообще бешеная стала. Лучше бы в башню пальнула. Блин, это же рыцарь Изабель. Он же сейчас меня может пробить насквозь. С этим надо поаккуратнее. Как бы тебя, скотина, законтрить, а? Хватит кентавров мне убивать, а? Пять. Давай убьем. А то сейчас он мне прошьет насквозь. Ой. Блин, тут даже не знаю. Пойдем приманивать. Хорош. Ну, они сейчас умрут от баллисты. Или нет? Почти. Да, да, циклопа ты убьешь. Ну такое. Такое себе. Давай, катапульта. Башню так и не снесла. Неприятно. Почти все сдохли. Блин, ну кентавров много отвалилось, да. Куда деваться? Так, красавчик. Я думаю, там под грифонов не подставился случайно. Конечно же, подставился, но их мы устраним. Поэтому не страшно. Блин, с ответочкой не хочется их бить.
Я знаю, сейчас я что сделаю. Это будет очень неплохо. Свидание. Так. Этих мы убираем, ну почти. От ответки должны отвалиться. О, нет, минус шаманка. Не долетает, понятно. Да не стреляй ты по стенам, башню снеси, блин, и все. Этот лучник бесячий настреливает. Так, и фокус-покус. Вот. С удачей давай. Ну, можно и так. Ну и все. Давай ты не будешь вообще ходить больше никогда. Ну, в общем-то, как-то так. Да, можно было, конечно, не Серафимов, а Стрелков бахнуть. Тогда бы я меньше кентавров потерял, но... Божественная кара. Этот город надо сжечь дотла, я согласен. Все правильно. Так, а что у нас здесь? Куча ветряных мельниц. Много-много-много. Даже не знаю, куда тут пойти. Наверное, куда-то сюда. Куда же еще? Уничтожим красного. Так, подожди, тут я посещал, да? Замечательно. То есть бонус к статам у меня уже имеется. Давай, поскакали. Куда она бежит вообще? Наверное, тоже сюда. Неделя этих единорогов. Да, я прям увидел. Так. А всех остальных позже, думаю, наймем. Строить нам нечего уже. У нас все хорошо. Давай, 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 бегом. Очень мало бегают. Но куда деваться? Так, еще вижу крестьянскую эту ферму, которую надо уничтожить. Бабах. Еще. Бабах. Но задачи не обновлены. То есть это еще не все фермы. Ладно. Здрасте. Так, и ты давай тоже. Шуруй. Так, это у нас возвращается за людьми. Будет варвар с людьми, не знаю зачем. Не спрашивайте, но так надо. Так, драконы, а что они охраняют? Сундук с сокровищем, серьезно? А, череп Маркела еще. Колдовство и знания на 5, но снижает боевой дух на 2. Серьезно? Вы думаете, я пойду это брать за варваров? Зачем? В этом же нет никакого смысла. Так, а тут у нас маги. Что у нас тут? Ожерелье кровавого когтя. Можно взять, в принципе. Ну и здесь поорудовать.
Как-то так. Что-то мои соперники не сопротивляются вообще. Как-то они на дезморали, что ли. Красный что-то мутит. Давай быстрее ходи. Так, ну потихоньку доберемся. С подкрепами. Фениксов, вот это все прочее, смысла не вижу. Вот здесь можно пробить. Так, ну ты хотя бы это... Не дошел. Охренеть. Много големов, магов много, вот их надо ликвидировать срочно. Если это не сделать, кулаком больно прилетит. Сорок. Пойдет. Здесь мы устраним джинов. До свидания. Эх, с удачей бы я жахнул. А, нормально. Еще баллиста накинула. Однако не выжили. Один. Так. Сколько там кулак прилетит? Три. Ладно, хрен с тобой. Пусть будет три. Да-да-да. Это все понятно. И циклопиками бы их прожечь. Вообще было бы замечательно. Да, в принципе, так и будет, я думаю. Команда была стоять. Как тебе такое? Так, а я успею уйти из-под удара? Да, можно, значит, пойти ворваться, в принципе. В циклопа. Вот это ты хорошо придумал. Ой, блин, ну ты заруинила все. Такая красота была бы, ну ладно. 2700 пойдет. Я хочу просто кентавром на один урон поднять. У них 3,5 и будет 4,6. Это очень неплохо. Это очень даже не дурно. Блин, какой же это имбовый клич, а? Просто тонна урона и всего за две маны. А маги там раскачивают хаос и прочее, чтобы этого достигнуть. Такого урона. Так, забираем. Но лучше всего, конечно, на гоблинов влияет этот амулет. Так. Ну вот так, да, поставим. Будет вообще хорошо. Так, вижу. Зараза, минус 3 боевой дух. Но зато артефакт вытащил. О, плюс 2 к хп. Вообще замечательно. Отличное кольцо. Самое оно для кентавров и гоблинов. То есть у меня на плюс 1 к урону и плюс 2 к здоровью. Правда, минус 3 к боевому духу теперь. На одно сражение, но мы сейчас скинем это. Вот здесь что-то, видимо, квестовое интересное. Давайте зайдем. Ух ты ж, ё-моё.
Давайте-ка ускоряйтесь. Ну, тут понятное дело, кого мы будем выносить. А вот бы они рядом встали. Вообще было бы супер. Так, этого сразу ликвидируем. Единственная опасная цель здесь. Понимаю. Так, на один шаг все меньше, да? Ладно, тут, в принципе, уже не важно. Они уже не способны ничего сделать. Но отдавать своих воинов, понятное дело, я не стану. Мана, кстати, хорошо восстанавливается прям. До циклопов достает, да? Но это не важно, в принципе. Все равно ему не жить. Можно ударить, пока он под замедлением. Вот этим мне нравится дочери земли, то, что им не отвечают на атаки. Это здорово. Ну, когда враг находится под замедлением. Вот, а у дочерей неба цепная молния тоже неплохо, конечно, но, блин. Она может и своих дамажить, поэтому такое... Полетел. У тебя там никого не надо улучшать? Вроде бы нет, все улучшены. У меня хоть кентавров прибавится наконец-то. То осталось 130. Убивали нафиг. Так, посиди-ка пока в замке. Преследовать, конечно. Хотя в этом нет смысла. Ладно, бегите. Блин, я думал, тут какая-то кат-сцена будет, что-то еще. Нифига нет. Ага. И тут мы попадаем в какие-то очень жесткие земли. Ладно, давайте, наверное, вернемся. Я досношу вот эти фермы. Потом уже пойдем туда. И поднимемся к синей крепости, я так думаю. Нифига себе. Откуда это чудо-юдо вылезло? Подожди, походу планы меняются. Очень низкая. Ну-ка, иди-ка сюда. Очень низкая. Так, давай-ка пока назад, а то сейчас прессанут немножко. Так, стоп. Ну, вроде бы должен догнать, у меня есть. Там логистика, не логистика, вот это вот все. Должен догонять на следующем ходу. Он и не особо-то убегает. Ах ты красная скотина. А, и все это ради мельницы? Серьезно? Ты решил умереть ради мельницы? Ну иди сюда. Бежать некуда. Здесь город уничтожен. Тут больше ничего нет. Так, ждем пока тут. О, да. Давай, напади на титанов.
Ну куда же ты, ну? Ой, клоун. Же он бесит. Но я его догнал. Я его догнал. Все, добегался ты. Так, эти у нас в циклопов, да, врываются. Ну ладно, не страшно. Ой-ой-ой. Один. Ладно. Один так один. Этих сразу убираем. А ну-ка, обгони-ка. Не, нифига. Я попробую тормознуть. Наверное, не получится. Хотя их мало. Не, получилось. Нормально все. Блин, вот бы можно было их двоих как-то, ну ладно. Ну что ты там колдуешь, а? Опять свои шипы вонючие, что больше ничего не можешь. Ну и грифонов, да, посылать в небо. Так. Свидание. А вот какие-то вопросы еще остались? Да-да-да, иди сюда. Куда полетел, интересно, гриф? А. Ну такое. Сейчас мы его распилим. Так, а можно просто в ближнем бою, да, так вот сделать. А как же неудача? Я же ему неудачу сделал. Не сработало? Так, достаешь? Нет. До грифонов достают отлично. Бьем их. Не щадим. Смотри, два раза отвечает скотина. Какие мы умные. Ну так только грифон может. Успокойся, дед, у тебя даже анимации магии нету толком. Свидание. Ну, в следующий раз не унывай. У тебя обязательно получится в следующий раз. Так, погнали. Эта шахта будет моя. Она и так моя, по факту. Новая неделя, кстати, уже. Можно, в принципе, еще подкрепление вести. А, денег хватает, да? Не знаю зачем. А что у тебя есть? Ничего. А что по морали? Минус один. Ну, ожидаемо, в принципе. Ух ты ж, блин, а. Сейчас надает лучникам. Минус два. Да, эти войска лучше умертвить.
Ой, короче. Давайте, знаете, как сделаем? До свидания. Не вижу смысла с этим заморачиваться, что-то придумывать. Не хочу. Я за тобой заеду сейчас, Красный, раз ты так просишь. Неделя Виверны. Это хорошо. Значит, много Виверн будет на этой неделе. Да ладно, чуть-чуть не дошли. Так, ну в любом случае, как бы... Ой. Давай вот так. Так, циклопов сейчас двадцаточка будет. Возвращаются в строй Виверны. В принципе, наверное, даже мне этот герой не особо нужен. Ну пусть тут отдохнет. Так, и перекидываем вот этих всех ребят. Да. Ты тоже будешь отдыхать. Закупаемся. Так сделаем. Блин, тут виверны теперь повсюду. Так, ладно, в любом случае, вообще по-хорошему я должен был через синюю крепость, наверное, идти. И все это постепенно пробивать, да? Потом прийти сюда. Угу. То есть я пропустил кусок, можно сказать. А если так? Давайте тогда его что ли восстановим, этот кусок потерянный. Там прям потому что вели нас по сюжету в то место. Поэтому поедем как полагается. Ох, нифига себе. Или не получится, да, потому что тут... А, ну это понятно. Это так чисто. Дурачок прибежал. Блин, были бы виверны улучшенные, можно было бы попробовать. Их немножко на свою сторону склонить. Но они у нас обычные. Блин, с вот этим сейчас проблемы могут возникнуть. Не, ну, в принципе, с ресурсами и деньгами проблем нет. Артефакты не хотелось бы. Давайте так сделаем. Мне эти герои уже не понадобятся. Пусть артефакты уйдут в никуда. Так, давай, догоняй. В одном дне от основного героя. Пусть даже там шахты захватывают. Я все равно сейчас вернусь и вот так вот пройду. Или он вернуться назад решил. Так. Нормально тут в этой комиссии тоже орда собралась целая. Такая довольно нифиговая, я бы сказал.
Так, все, этого героя мы назад отправляем. А здесь уже до Талова. Идем куда надо. Может сюда зайти? А что здесь вообще? Золотая шахта. По артефактам я ничего такого не вижу. А, уровень. Ну, уровень максимальный. Я не смогу получить. Такая небольшая проблемка. Надо уже с синим разделаться. Станет только красный. Да, он побежал назад домой. Там мы его, в принципе, и найдем. Так, оставить в покое, ладно. Валите нафиг. Все равно опыта за это не будет. Можно будет вышку еще открыть. Но тут есть закрытые области. Кстати, катапульта. Ну что вам не сидится там, а? Ну что-то опять приперлось. А, нифига, он нанял этих элементалей. Крутой. Получается реально крутой. С элементалями теперь. Так, уходите. Ну и замок. Не будем, так сказать, заморачиваться. Просто снесем его. О, тут даже башен нет. Ну, кстати, блин. Нормально так войск. На самом деле. Арбалетчиков, монахов. Правда, им капец. Вот опять же, у меня сейчас гнев Орды даже сильнее, потому что войск больше. Можно было бы... Блин, но они же влетят. Это будет больно. А? Почему бы не сваншотить, действительно. Не, давайте вы после кентавров походите. Ой, как хорошо. Замечательно. Просто замечательно. 555 гоблинов. Может, столько и оставить? Так, игра вылетела. Чего страшного? Давайте, значит, еще разочек. Я надеюсь, не произойдет повторно. Выкинул из-за баллисты. Какой-то баг произошел с ней. Типа внутри нее еще одна баллиста оказалась. Ну, визуально. Это было странно. Так, ну тут, понятное дело, все повторяется, потому что тут все зациклено. Так, ваншотает с удачи, да. Так, здесь я замедлял арбалетчиков. Да, их все так же отбрасывает. Так, баллиста, давай без этих сюрпризов. Во, сейчас нормально. Подождем. 7. А они здесь при чем? Их зачем трогать? Пойдет. Допустим. 2. Блин, уничтожить что ли этих? У меня циклоп добегает, добегает. Циклопом убью этих. А так грифонов давайте уничтожим. Мог бы и с удачей, конечно. Да не грифон, а... Ладно. Нормально. Давай, ускоряйся, надо до стрелков добежать. О, хорош. Свидание. 3000, а почему бы и нет?
Вот этими надо бы откушать. Так, пойдем истреблять засранцев. Свидание. Ах ты скотина, а, хитрая. Так, возвращаем. Ну, его уже не вернуть. Ну и ладно. До свидания. Офигеть, тут психанула катапульта, уничтожила вообще все. Просто ворота пустые стоят. Прощай. Ну, нормально. Так, в труху этот город. Погнали дальше. Ой, блин, я ж забыл этот постель, да? Ну ладно. Не особо-то и нужен мне этот. Давайте сюда, кстати, сходим. Что у нас тут? Не особо-то и нужен мне дерево это, короче. Все равно мы там будем разведывать. Да-да-да, захватывай тут шахты. Они тебе обязательно помогут победить. Можешь поверить в это. Так, вон отсюда. Что у нас здесь? О, убежали. Так, шахта, да? И все. Это все, что ты смог наколдовать, Саруман? Лагерь беженцев. Вот это интересно. И вот это можно посетить. Но тут вообще ничего нет. Толком. Ах ты скотина, а. Ты смотри какой. Захватывает он мои ресурсы. Ладно, я с тобой еще разберусь. Можно даже отправить этого героя наказать. Вот этих засранцев, да, мелких всяких. Угу. Кошмары на этой неделе. Это кошмар. Так, ну оставить в покое, конечно же. Можно здесь где-то пройти. Наверное, катапульту, типа, сломать. Ты не устал мои ресурсы забирать, а? Злодей. Я ведь приду. Каждый день дает случайный ресурс, рок изобилия. Можно я его заберу? Тут даже охрана дерзкая. Ох, нифига себе, тут нас помили. Я понял. Блин, ну тут получать больно, да. Минус стек хотя бы. Один сейчас начну тут эти единички. Не, давай предотвратим. До свидания. Подожди, я подставил? Да вроде бы нет. Не-не-не, не достает. Хотя какая разница, если он мертв? Ведь так, так. Не, а вдруг ответкой убьет? А мне это не нужно. О, стой на месте.
Не замедлить, ничего с ними не сделать, только долбить. Полторы тысячи, нормально так. Забираем, куда он там ставится. А, ну, слот, да, был не занят. Поэтому, да пусть стоит. Все равно нету ничего другого. Так, а если я катапульту? Вроде ничего не произошло. Он прям ко мне навстречу идет. А, в порталик? Ну, давай. Давай, удачи. Так, ну, на пару-тройку дней. Хотя бы сделаем так. Опыт. Скорее всего, скажет, что нельзя получать опыт. Но я проверю на всякий случай. Блин, почему верные не заблокировали, а? Хотя мне бы пришлось их пробивать, все равно я бы не прошел. Да, предел развития. Давайте-ка кыш все отсюда. Пока я не передумал. И у нас тут гарнизон очень мощный. Ну, довольно-таки мощный. Не для меня, конечно, но... Пробьем все, как полагается. Да хватит трогать мои ресурсы. Так, погнали. Главное, башни нет. Так, вынос ворот сразу сходу. Ух ты, скотина, а, моралится еще. Можно их так уничтожить. Но будет Серафим ходить, вот что плохо. С удачей давай. Или так. Минус стрелки. Так. Я бы ликвидировал именно Серафимов. Опасные дяди. Минус 3, это ладно. Сейчас еще подарок им зашлю. Так, ну я надеюсь, он стопанется. Да. Отлично. Блин, сейчас закроет, наверное. Хотя он никак не закроет. Да. Вот так сделаем, я буду спокоен. Ну их нафиг. Да блин, за кустами ничего не видно. Ну ладно. Где-то вот здесь поставить.
Так, уходи оттуда. Пока ревнители не начали бить. Стены только здесь не ломай, чтобы он мог пройти. А там можно, да. Так, может вообще подсократить их количество. Семьсот. Неплохо. Наверное, стоит все-таки на более высоком уровне сложности играть. Хотя такие жесткие миссии, наверное, вообще не смогу тогда пройти. Ладно, сносим хижины. А, вот еще есть, да? Последнее это или нет, интересно. А этот все шахты бегает, захватывает. То есть ему вообще до фени, что там разрушаются все фермы. Что мир людей падает. Главное шахты забрать. Синий потерпел поражение. Ну конечно, что ему еще делать? У него городов не осталось. Хеллоу. Вот ты и попался, дружок. Так, задача пока не выполнена. Ну это мы сейчас постараемся. Так, оставить в покое. Меч мощи. Забрать для галочки. Вот это я бы постил. Интересная тема. Да, у меня как раз не было меча. Ну ничего, так нормально. В принципе, полный набор артефактов. Не все хороши. Не все полезны, например, на ресурсы такое себе. Ну. Так, сейчас я захвачу. Принципиально, я ему покажу, что, ну, как бы без шансов вдруг. Это мое будет все равно. Мои ресурсы. Да, давай зайдем. Может быть что-то... Ух, ёло. Может что-то интересное здесь будет. Так, а что мне делать с этими лучниками, а? Я не успеваю ходить, вообще никем. Кентавр, зараза, подвел. А, ну можно вот так сделать, неплохо. Циклоп хотя бы не подвел. Ну, баллиста, с удачей давай. Да хрен там. Можно было избежать этой одной потери, ну ладно. В принципе, думаю, баллиста вынесет. Ёлки-палки, минус 10 тентов. Удача. Так. Не будет никаких корней. Ладно, добьем кентаврами. Никаких артефактов, да? Здесь что? Во, золотая подкова. То, что мне нужно. Вместо артефактов этих. Ух, ё-моё. Вот это я, конечно, да. Ну ладно. Думаю, справимся. Сразу надо вот этих убирать. Блин, еще титаны. Титаны — это проблема. Давайте их замедлим вообще.
Но одно радует, это не герой. То есть тут статов нет. Блин, надо было в титанов. Ладно, что сделано, то сделано. Вот этим мы не даем разбежаться. С удачей давай, не. Ладно, минус два титана хотя бы. Или громовержцы, кто они там? Сколько? 18, ах ты тварь. Ты за это ответишь. Команда была стоять. Так, можно, в принципе, электричеством жахнуть, да, хорошенько. Как-то вот так. С удачей. Не, нифига. Минус один. Но минус один это не страшно. Надо минусовать титанов. Ну и вот этих вот встречать. С удачей давай. Гаденыш, мог бы добить. Просто. А. Он хотел ударить кентавра, но сработал задира. Здесь удача. Минус титан. Допустим. Минус 4 или сколько там. Неприятно. Но терпимо. Хорошо, что не второй грейд. Они бьют по массе. Давайте попробуем как-то ее заблокировать. Может быть, она побежит. Да, но она все равно ударила. Скотина. Так, ладно. Давай титанов. Громовержцев уничтожим. Раздражают меня эти голубые ребята. Да умри ты уже, но. Я все. Блин, сморалилось бы хотя бы, ну ладно. Сколько там, кстати, у гоблинов? 11 здоровья и 2-2 урон. Неплохо. 12-18, давай. С удачей убил бы. До свидания. Что-то я 3 капельки не могу набрать никому. Предел развития достигнут. Да-да. Кольцо глаз дракона, кстати говоря. Это мне нужно. И так как часть сета, придется что-то убрать. ХП. А, ну подождите, ХП. Да, однозначно, потому что сет. Так, ну и подкову можно мне забрать. Это все, что меня здесь интересует. А тебе библиотека тоже неплохо. Отлично. Вот. Удача 5. То, что надо. Так, давай колдовство. Знания у меня, со знаниями проблем нет. Поэтому идем в колдовство. Здесь, в принципе, мне ничего не нужно. Хотя вот секиру забрать можно. По-хорошему можно.
Так, вот ты попался, дружок. Бежать тебе уже некуда. Или есть куда? Ты смотри какой, а? О, да ты еще и в эту сторону, да ты наглец. Нифига себе. То есть он пошел еще назад шахты возвращать? Иди сюда, блин. Что у тебя там? 4 элементаля. Вау! Одного кентавра убил. Ну и хватит тебе. Не, еще одного убьет, ладно. Блин, клоун усатый. Чисто клоун. Мы просто забьем и все. Но они очень инициативные, эти ребята. Ну, ветер, типа, скорость. Поэтому да. Стрельба, боевое безумие, неплохие навыки. Так, мы забираем шахты назад, которые мне принадлежат все до одной. Отдайте мне секиру. Плюс 2 еще к нападению. О, ты смотри, даже не пытаются бежать. Ого. Ну, бей еще циклопа. Да, довольно наглые ребята. Ой. Ой. Да, опять удачи, это вам не шутка. Не буду даже гоблина тратить. Ты будешь бить? Ну, он попытался. Покушаем. Пусть он наблюдает, как мы едим его родича. Чтобы знал, что не стоит связываться с орками. ,700 урона от кентавров. Так. 19-20. Неплохо. Вполне себе неплохо. Ну и все, собственно, мы можем идти в эту сторону. Однако меня вот что беспокоит. Я, похоже, не все уничтожил. Фермы, да? А где еще остались-то? Как-то возможно. Давайте уже закончим, наверное, кампанию. Добью я ее сегодня. Ну, не думаю, что тут много осталось. Маленький кусочек карты, неизведанный. Там просто город снести и все, скорее всего. Ну и деревню надо найти. Доспехи забытого героя. А у меня сет из чешуи дракона. Так что не подходит мне. Ну давай, красный, сделай еще что-нибудь. Похоже, желания нет. Можно было бы сюда еще за статами зайти, но, блин, это обходить, это бить этих. Ну их нафиг. Как они называются? Армию титанов? Желания нет. Да и смысла. Вот лучше бы улучшенное, честное слово. Так, тут у нас еще осадочка какая-то. Оу! Даже так. Ого! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А что ж ты такая скотина-то? Нифига ты!
Я попробую остановить, но что-то... Вау. Жестко. Это довольно-таки жестко. Так, вот это неплохо. Где же удача? Так еще лучше. Ой, блин, надо было на клетку. А, все нормально. Просто эта скотина умеет пробивать копьем насквозь. Я сейчас ему услугу сделал. Сейчас бы две цели он. Ладно. В принципе, нормально вышло. Так, давайте второй стек. Подликвидируем чуть-чуть. Что много лучников здесь. Поэтому они уверены в себе. 10. Еще штук 6, 7. 7, да. Скотина. Блин, я бы пошел уничтожил этих всадников, но проблема в том, что... Да, вот эти вот потом меня подрежут. Тут больно. Давай с удачей. Хорош. Ну, две штуки не страшно. Бывает. Так, скушай-ка вот этих ребят. То офигевшие какие-то. Сто 113, 169. Пусть сам вперед лезет. Лови. Урон снижен, конечно же, потому что большой щит у них есть. Так, маны нет. Хорош, истребляй. Врываться не буду пока. Да, да. Ударь. Сейчас он ударит и умрет. Умрут оба, вернее. Какой бы клетки он не ударил, без шансов не спастись. Как-то так. Да. Ладно, пойдем циклопами вжарим им. Давай, с удачей. Зараза. А, ну хотя бы у него неудача, ладно. Две капельки. Было бы три, сделал бы три удара. Так. Сделано. Ну где же этот город последний? Вот он. Вот они сидят, уже ждут меня. Здесь шахта. Может быть, еще там какие-то шахты есть. Ого, вот это армия. Интересно. Опять этот усач, он меня уже раздражает. Ну ты же не можешь меня навредить, ты не можешь ничего сделать. Почему ты продолжаешь? А?
Я же все равно сравняю город с землей. Вот здесь по башням бы, конечно. Ворота снесли, ладно. Ёлки-палки, нифига тут. Гарнизончик. Неплохой такой. 20 серафимов. Вот здесь опасная уже армия. Но раскатаю. Раскатаю. Разберемся. Блин, такие высокоуровневые герои и просто удар с руки, серьезно. Добраться бы до лучников. Давайте вот так я даже здесь сделаю. Хорош, с удачей. Их там всего ничего осталось. Вот это неприятно. Много что-то как-то. Так. Вот эти пусть пока тут стоят. Блин, ну я надеюсь, что искусственный интеллект тупой и не додумается божественную месть использовать. Очень надеюсь на это. Да по башням бей, но... Да. Кентавров замучают. Так, надо будет еще маны закачать. Тут замедлять и замедлять. До свидания. Так, а вот теперь... Блин, ну и эти опасные... Инквизиторы. Не инквизиторы, как они, адепты веры. Хочешь потягаться? Ну давай. Ой. Еще и не повезло. Ему не повезло тем, что он оказался в армии противника. Я бы сказал так. Так. В принципе, ладно, это... Тут войска уже не вижу смысла сейвить. Где-то я это уже видел. Именно этот ракурс. Угадал, интересно, с капканом или нет? Да не в тех ты бьешь, но... Так, на шипы мы не полезем. Минус башня. Вот так сразу надо было. Это ерунда. Минус виверны. Хотя можно их откушать. Так, добро пожаловать в замедление. Да хватит его уже унижать с удачей. Там можно и обычным ударом добить было. Давайте склопа ускорим, а то он проход загораживает. Хочется зайти уже перебить там, кто остался. Кого? А, стрелков. Давай поедим. Плюс 4. Пойдет. Ну так что там, 3 капельки я соберу кому-нибудь? Походу нет. Лови, друг.
Фулл стак ваншот. Почему бы и нет? Ну, почти. Они даже одного циклопа убить не могут мне. Свидание. Ладно, добиваем. Так. Ну, я, кстати, так и не уничтожил все фермы, да? Это не то оправдание, которое я готов принять. Мы должны двигаться быстро. Орков нужно остановить. Именем королевы Изабель. Это пятно на нашей святой земле. Передайте солдатам, что иначе я лично отправлю их души в ад. Подсмотрел гоблин. Так. Ну, в общем-то, как-то так. Закончили мы эту миссию, да. А значит, в следующей серии начнем новую. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. До встречи.